самое волшебное время в году – Новый год. А главным волшебником этого праздника всегда был Дед Мороз. Каждый год он упаковывает новогодние подарки и летит дарить их детям и взрослым в каждый уголок нашей необъятной России. Города на Волге, до Твери. И стал овеян город чудесами и сказкой. Заиграла Тверь, а вместе с ней и каждый дом, куда Дед Мороз приносил новогоднее волшебство. Волшебство, на то и волшебство, чтобы проникать в самые необычные места. Случаются чудеса в эту волшебную ночь. Но главное чудо происходит, когда мы собираемся вместе со своими близкими и дарим друг другу тепло в этот добрый и семейный праздник.